Всем привет! Сегодня в данном обзоре познакомимся с пластиком для сборки самолета F5 Tiger 2 в масштабе 1.72 от компании Hobby Boss. Размер модели в длину 205 мм и размах 115 мм. На торцах коробки есть варианты бортов. Выпуск модели 2011 год. На другом торце еще два варианта бортов. Артикул модели 80207. В наборе такая инструкция, как всегда, с краткой справкой, с предупреждающими обозначениями и значками. Модель довольно-таки простая и недорогая. Вы ее легко найдете в сети, если кто-то заинтересуется после данного обзора. И раскладка по летникам и декаль. Вот такая схема, инструкция по окраске и нанесению технических надписей на модель. Еще два варианта. Таблица красок представлена красками от Ганзы, Мистер Хобби, Валеджа, Model Master, Tamiya, Humbrol, снова Мистер Хобби, Валеджа, Валеха, Model Master, Tamiya и Humbrol. На фотографии чуть позже покажем табличку поближе, если вдруг кто-то захочет приобрести такую модель, чтобы можно было сразу знать, какие краски стоит приобрести в магазине. В наборе прекрасная декаль с разными познавательными знаками разных стран. Американские варианты, шведские и бразильский вариант. Фонарик в наборе довольно-таки прозрачный. В общем-то, компания Hobby Boss делает хорошее прозрачное остекление в своих моделях. Всего 4 детали на данном летничке. Искажений никаких нету. Ну, если только совсем слегка. Напоминаю, это 72 масштаб. Первая рамка содержит элементы фюзеляжа, топливные баки, киль, пилоны, даже есть фигурка пилота. Вот такая она классная, замечательная. Присутствуют небольшие швы на деталях. Но опять же, это 72 масштаб. Клепом нас здесь не балуют. Крой довольно-таки тоже скромный. Но и ценовая категория данной модели, скажем, очень-очень низкая. Хвостовое оперение у нас, стабилизаторы выполнены вот таким вот образом на единой перемычке. Но тем не менее, хоть это и 72 масштаб, но здесь присутствует вот в нишах шасси какая-то имитация каких-то трубопроводов и так далее, бомбы. Внутри у нас ничего нету. В общем-то, модель на вечерок, скажем так, очень и очень себе прекрасна. Второй летник, и он же последний. Верхняя часть фюзеляжа, консоли крыльев, топливный бак, немножко интерьера кабины, колеса вот такие интересные здесь, пневматики, стойки шасси и ракеты. Вот заборники. В общем, все есть. Все нормально, все склеится, будет хорошо. Напоминаю, модель очень недорогая, и в связи с этим я считаю, что качество данной модели очень и очень себе хорошее. А как мы знаем, F5 Tiger не так уж и много в моделях. А на этом у меня сегодня все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, не забывайте нажать на колокольчик для того, чтобы получать своевременно уведомления о новых событиях на нашем канале. Также переходите по ссылкам в описании. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока, друзья.